Здравствуйте, дорогие друзья! Мы хотели бы сегодня сделать небольшой эксперимент, показать вам, как можно сэкономить на газовой колонке. Здесь находятся батарейки, вот мы уже заранее открутили саморез и вытащили коробку от батареек. Здесь имеются такие батарейки, они не дешевые, можно на них экономить. Как мы это будем делать? Мы возьмем, вытащим его, коробку из батареек, снимем оба штекера. И это уберем. Вместо него возьмем зарядное устройство от Nokia. Вот, от Nokia зарядное устройство. Здесь находится наш штикер. Заранее мы приготовили штикер. Отрезали. Уберем его. И вот, оголили провода. Сейчас здесь у нас имеется один белый и один черный. Как можно их соединить? Вот эту резину, защитку. Вверх поднимаем аккуратно. Вот. И это то же самое. Вот, подняли. Смотрим. Здесь черное. К черному соединяем. Обматываем аккуратно. Оно обмотали. Можно его так опустить. Вот, изоляция. Второй берем. Вот, белую к красному. Обматываем. И вот. Это нужно делать аккуратно и желательно, чтобы крепче было обмотать. Дальше. Берем зарядное устройство. Вот, подключаем к розетки. Открываем кран. Подключили сюда. Открываем аккуратно кран. Здесь смотрим сейчас. Ну и все, подключили вот к розетке. Здесь кран открыли. Сейчас откроем основной кран. На умывальник или на банник. Это чего? Сейчас смотрите, как он будет работать. Аккуратно загорелся, иди без питания. Никаких проблем. Никаких проблем. Включается, выключается аккуратно, без помех и своевременно. На этом мы можем намного экономить и без проблем будет у нас работать газовая колонка. Радовать вас дальнейшими экспериментами. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До свидания.